А Делечка очень любит собирать пазлики. Сейчас мы посмотрим, за сколько времени она успеет собрать пазл из 24 кусочков. Будет собирать одна без моей помощи. Ну что, поехали, Аделечка? Да, поехали. Да, поехали. Это пазл с собачками, да? Да. С собачкой и с кошечкой. Не со мной. Угу. Не со мной. Не буду мешать. Давай. Молодец. Пока Адель собирает пазлик, расскажу, что у нас есть, какие игрушки. Какая-то у нас детская кухня. На детской кухне у нас есть разные фрукты, овощи, которые мы готовим. Аделечка, не отвлекайся, собирай. Да, все там. Молодец, давай. Собирай, собирай. Ищи, ищи. Смотри, где еще одна? Не могу взять. Не могу. Давай, давай, ты можешь сама без меня. Ищи. Вот. Правильно, давай. Уже минута 20 секунд. Так, хорошо, я сейчас закончу. Угу. Ну, какая молодец. Заканчиваю. Угу. Заканчиваю. Давай, давай. Заканчиваю. Еще у нас есть такое замечательное лего. Огромное, которое мы любим собирать. Разные формы. Какая у тебя красивая картинка получается. Я заканчиваю уже. Молодец. 2 минуты 30 секунд. Уже. Еще мы сегодня собирали вот такую штучку. И еще один пазлик. А Делечке почти 3 года. И она каждый день собирает дома пазлы. У нас их много, уже те, которые не по возрасту, мы убрали. Нужно купить новенькие. Еще есть с очень мелкими деталями. Ну, мы любим более крупные детали. Вот какая молодец. Если не можешь найти, положи, потом найдешь, Аделечка. Положи, потом найдешь. Молодец, еще чуть-чуть. Так, правильно. Еще чуть-чуть. Из-за лампы освещение немножко кажется темней. На самом деле света очень много в комнате. Просто настольная лампа немножечко затемняет изображение. Вот молодец. И последний. Ура! 4 минуты 20 секунд. Молодец. Молодец, Аделечка. Теперь будем собирать маленькие пазли? Нет. Мелкие? Нет.